Итоги уходящей среды подводит наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. В добрый путь. В Бобруйске продолжается дорожный апгрейд. Будьте внимательными и осторожными при проезде данных участков. Когда закончат работы? Паспорт не выходя из дома. В отделениях по гражданству и миграции появились новые виды услуг. Сразу просчитываем сумму, которую нужно будет оплатить гражданину. Почем биометрическая карта? Место под солнцем. Жители спасаются от жары на городских пляжах. Здесь мне понравилось удобно с ребенком, потому что пляж неглубокий. Насколько безопасен отдых у воды? А также кредитные каникулы, лесной запрет и красный диплом. Уже в эту пятницу выпускники попрощаются со школой. Сколько учащихся встретят главный рассвет? Один звонок и паспорт в кармане. Бобруйский биометрический документ можно оформить прямо на дому. Выдают как паспорт, ID-карту, так и гражданство. Специалиста можно вызвать по любому адресу в рабочее время. Цена услуги 60 рублей плюс доплата за удаленность места, куда приглашают сотрудника отдела. Стоимость рассчитывается индивидуально. К слову, в городе выдали уже 1800 удостоверений нового образца. Обращаться нужно в наше подразделение по телефонам нашей службы. Мы предварительно записываем гражданина, на какое время будет удобно, чтобы мы приехали. Плюс сразу просчитываем сумму, которую нужно будет оплатить гражданину. В Беларуси для пользования внутри страны применяется ID-карта. Для выезда за границу – паспорт с чипом, где хранится информация о владельце, в том числе фотографии, отпечаток пальца и электронная подпись. Такие документы имеют значительно большую степень защиты, чем старого образца. Каждую неделю удостоверения нового поколения получают 2500 белорусов. Без дорог никуда. В Бобруйске продолжают обновлять транспортные артерии. Сейчас работы ведутся на Орджоникидзе. В планах отрезок от Минской до Оранжерейной. Дорожный апгрейд в городе начался еще в первой половине мая. Один из самых больших проектов 2022-го – 850-метровый участок на Ульяновской. Здесь уложили около 2000 тонн асфальтобетона и заменили борты. На некоторых участках дорог, где обновлено дорожное покрытие, будет также нанесена новая дорожная разметка, которая будет изменять организацию дорожного движения. Будьте внимательными и осторожными при проезде данных участков дороги. Всего на территории города Бобруйска с начала текущего года уже нанесено 13 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Всего же в планах 26,5 тысяч квадратов. Уже освежили Минскую, Урицкого, Кирова, Социалистическую, Интернациональную и Горького. К списку добавится Гагарина, 50 лет в ЛКСМ, Сикорского, Батова, Чингарская. Водители просят заранее планировать свой маршрут и не парковать авто у обочин. Вакцина от коронавируса, отсрочки для кредитов и сделана в Беларуси. Страна по результатам апреля впервые отправила в Россию больше товаров, чем Германия. Что в списке? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь по результатам апреля впервые отправила в Россию больше товаров, чем Германия, в списке от стройматериалов до кормов для животных. Благодаря показателю экспорт других стран в РФ сократился на 40%, в их числе Китай, Турция, Япония и Южная Корея. Банки смогут предоставлять физлицам отсрочки для погашения кредитов, на потребительские – на полгода, на финансирование недвижимости – на год. Решение приняли в ситуационном штабе при Совмине. Когда вступит предложение в силу, пока не сообщается. Разработка белорусской вакцины от коронавируса идет по графику. Для начала необходимо осуществить опытно-промышленное производство. От него ученые ожидают получить положительный эффект. Только после государство будет тратить ресурсы на масштабирование результата. Запреты и ограничения на посещение лесов введены в более чем 60 районах Беларуси. В стоп-лист вошли все области, кроме Могилевской и Витебской. Штраф до 384 рублей. Следить за изменениями можно через интерактивную карту Минлесхоза или приложение МЧС «Помощь рядом». Школьные выпускные для 150 тысяч учащихся пройдут по всей стране 10 июня. Примерно в 20:00 ребятам начнут выдавать дипломы. Затем абитуриенты, учителя и родители продолжат праздник в стенах учреждений образования. Желающие по доброй традиции смогут встретить рассвет. Лето, солнце, жара. Акватории Бобруйска готовы принять посетителей. Безопасность здесь превыше всего. За отдыхающими наблюдают спасатели, качество воды мониторит санстанции. Есть все, от душевых кабин до волейбольных площадок. И самых горячих точек города – Ольга Васинда.
Зона возле санатория «Шинник» – излюбленное место бобруйчан. Лесное озеро так и манит отдохнуть на живописном берегу. Здесь созданы все условия – от питьевых фонтанчиков до кабин для переодевания. Рядом волейбольная площадка, теневые навесы и биотуалет. Позаботились не только о комфорте, но и безопасности. Спасатели начеку. Солнце наиболее активно с полудня до 4. В это время лучше не загорать. С собой обязательно возьмите кепку, очки и несладкую воду. От физической нагрузки в жару стоит отказаться. Пользуется популярностью песчаный пляж в районе здравницы имени Ленина. Пробы воды берут регулярно. Сейчас все заборы соответствуют норме. В скором времени заработает мини-кафе. Можно будет взять на прокат шезлонги и зонты. В этом году мест под солнцем здесь стало гораздо больше. Об этом позаботились специалисты жилкомхоза. Пришли первый раз, но как бы изменения почувствовали после прошлогоднего. Чище стал пляж, шире. Перенесли как бы площадку вот в ту сторону. Песка побольше стало, буйки поближе. В том году я здесь не отдыхала в основном, но вообще здесь мне понравилось удобно с ребенком, потому что пляж неглубокий и очень удобно отдыхать. Как обычно, часто прихожу сюда. Ну, пляж расширили, почистили. Приятно. К выбору места отдыха нужно подходить ответственно. В числе санкционированных еще центральное побережье и пляж в Прибрезинском микрорайоне. Позагорать можно и на территории Форштата, но плавать там запрещено. Безопасность превыше всего. Детям мы напоминаем о том, что запрещено баловство на воде, игры. Желательно не использовать надувные матрасы, круги, потому что открытые водоемы, течение – это чревато опасностью. Вот взрослым, конечно же, напоминаем, чтобы они ни в коем случае не отправляли одних детей на водоем, и не оставляли малолетних детей без присмотра. Уже в четверг у Беларуси ожидается до плюс 32. Это лето, отмечают синоптики, будет жарким и обильным на осадки. Средняя температура 26 выше нуля, так что за загаром теперь не обязательно ехать к Средиземноморью. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Из школы в армию. В 147-м зенитном ракетном полку прошли военно-полевые сборы с допризывной молодежью. Территорию части за неделю успели посетить более 400 ребят. Здесь проводили занятия с выполнением нормативов по огневой, тактической, военно-медицинской и строевой подготовке. Уже после преодоления полосы препятствий. Детям презентовали образцы вооружения, военной и специальной техники. Основной упор мы делаем, конечно, на военно-патриотический класс 27-й школы. Так они за нами закреплены. Они будут поступать в военную академию. До этого мы рассказывали в школах. Сейчас они могут увидеть это вживую, но на территории нашей воинской части. Научиться собирать автомат, отбивать кантик, шагать строем и нести ответственность за товарища. Школьники также познакомились с бытом и условиями жизни солдат. Посетили музей воинской части, где узнали историю полка. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Thank you.